пока ничего не происходит. Что там у нас? Всем бобра, дорогие друзья, с тобой сегодня Роблоксер31. Видимо, Roblox научился делать хорроры, и теперь очень много выходит хорроров. Я пока эту игру искал, нашел еще одну, в которую потом покатаем. Посмотрим, насколько это все хорошо. Тут много этих хоррорцов. Вот, посмотрим, хорошец, хоррорец или говнец хоррор. Ой-ой. Кто-то выключил, а включил свет в доме. Слушай, графика уже хорошая. Возможно, в дверь, в дом проникли бездомные. Только не они, только не бездомные. Ведь если они будут здесь жить, то у них уже будет дом, они потеряют свой статус. Это единственное, чем они могут отличиться от других домных. Так, ладно, хорошо. Что за? Как я снова оказался здесь? Так тебя здесь не было, я первый раз тут. Бегать я не умею. Здравствуйте, безносый мужик. Телефон, нужно проверить. Все, что мне говорят мои инстинкты хоррора-проходителя, это то, что мне нужно постоянно проверять все, все ящики, которые я только вижу. Это важно. Это очень важно. А где музыка? Где? По-моему, она сзади. Или спереди. Я не очень ориентируюсь просто по пространству, если честно, сейчас. Здорово снова. Какой ты некрасивый. Унижаю. Унижаю картины. 31. Без смс, регистрации и всего такого. Свет. Пытаюсь залезть. Так, давай, алло. 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 Нет, алло. Департамент полиции. Мужчина пытается ворваться в мою дверь. Я не знаю, кто он. Я тоже. Он делает что? Он пытается взломать мою дверь. Какой у вас адрес? Как вас зовут, мэм? Карен? Карен, я хочу, чтобы ты оставалась на телефоне, окей? Ладно. Где вы сейчас? Не у входной двери. Наверху, в спальне. С тобой кто-нибудь есть? Нет, только мой малыш. Карен, вы там все еще? Карен, он здесь! Он здесь! Вы все еще со мной? Женские крики. Алло, Карен! Почему? Карен! Из-за этой музыки я все время ожидал, что кто-то сзади меня сейчас появится. Но, к счастью, никто не появился. Карен, я иду к тебе. Может быть, Карен боится меня? Потому что я же просто так зашел в чужой дом. Я думаю, это логично. То есть Карен такая, типа, он пришел ко мне, а это я. Я хожу и ворую у нее предметы из дома. Потому что я пришел и в первую очередь начал проверять все ее кладовки. Все ее предметы. Наверное, назад надо пойти, да? Не надо. Или надо? 23:53. Время идет, нет? Не знаю. Так, назад дверь не открывается, окей. Ладно, продолжаем тогда. Продолжаем ровно, гордо тёпать вперед. Как ничего не происходит. Что там у нас? Вот они, бездомные. Поэтому я их не хочу пускать к себе. Они пугают меня. Опять? Обрава еще раз. Обрава еще раз, я тебе говорю. Давай, дрянь. Давай, кабулка. Че это такое? Ничего интересного. Ладно, нормально. Че ты орешь? Я никогда ничего не боюсь, и ты тоже не бойся. Бери с меня пример. Ёб твою мать! Там девушка в текстуру застряла, судя по звукам, или перекатами передвигается. Дура, ты зачем туда холодильник выбросила? Встану под него, ничего плохого не произойдет. А, она в нем! Да, она в холодильнике. Ты че в холодильнике делаешь? Бездомные, они пытаются найти себе хоть какой-нибудь дом. Для них даже холодильник подходящий. И оттуда кровь, по-моему, течет. Блин, вот это она, конечно, там раскачивается. Веревки очень тяжелые, хорошие. Как веревки ее держат, я не знаю. Не, возможно, она худенькая, конечно. Такое тоже возможно. Я пойду дальше, меня это не смущает. Холодильник, в котором зависла женщина, это классика жизни. Да? Ай-яй-яй-яй, дети! Самый большой страх в моей жизни. Зачем? Это тоже бездомные? Нет, таких бездомных надо как-то куда-то приютить, потому что, ну, дети без дома — это плохо.
Наверное, не знаю. Я вообще на самом деле жил в лесу, поэтому я стал ютубером. Дикий в смысле. Зверь, это я. Что ты смотришь на меня? Вот что тебе надо? Найди себе дом. История. Она уронила мой холодильник. Не, ну ты видел, малыш? Тимми, выходи. Все нормально. Мама в холодильнике, все хорошо. Сука, жрет колбасу там. Ну реально, я слышу, как ты чапкаешь, дрянь. Ладно. Блин, ну вообще на самом деле мне нравится, реально. Мне прям хорошо. То есть оно и хоррорно, и хихишно местами. Но смешно, потому что я с тобой. Ты смешной, в смысле? Нет, 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 не об этом я. Чавкает там собака, колбасу мою доедает посреди ночи. Ну все, дожрала, пошла гулять. Ну конечно, спать пошла, да? Сейчас нападешь на меня, пиво будешь. Окей. Вот об этом я вопросы даже задавать не буду. Черный человек в моем холодильнике, да, такое бывает. Это нормально. Тут как бы мы где живем? Нужно же помнить, где мы живем. Нужно помнить, что делает колбаса с людьми моя. Потому что, ну, она прокисшая уже давно. Она старше, чем мой дед. Так что, естественно, когда она съела колбасу, ей стало не очень. Куда холодильник сперла? Лучше ты бы его вернула на кухню, понимаешь меня? Если ты не вернула мой холодильник на кухню, я буду крякать. Не спрашивай. Классная картина. Слушай, я прям скукожился. Раскукожься. Там кто-то ребенка махает. Ну я тебе говорю, самое страшное, что есть у меня в доме, это дети. О, нет, только не они. Дети-инвалиды. А почему? Слушай, мне кажется, это социальный комментарий. Мы должны помигать детям и инвалидам, потому что они в моем доме. Ребенок догадался открыть дверь. Это... Да, я горжусь тобой. Пойду я. Да, я... Нет ничего приятнее, чем ребенок или обезьянка, которая ведется как человек там. Все, ладно, давай назад пойдем, выбора нет. Ты что там, он на качелях качается? Ты у меня качели в ванной запиздошил? Вот это ты, конечно, инженер. Откуда эти звуки? Могу врубить? О, мой! Что это? Это ребенок или что-то другое? Что здесь происходит? Вот так ты должен реагировать, когда видишь ребенка. А это можно съесть? Видимо, нет. Откуда эти звуки? Ты что там делаешь? Чем ты издаю? У тебя... Это ребенок, которому 2 месяца, но у него уже сухожилия все. Как у деда. О, свет врубился. Пойду помоюсь. После разговора с ребенком мне нужно помыться. Мне нравится, что даже в Роблоксе есть отражение. А в обычных хоррорах отражений нет. Лучше это оставить закрытым. Надеюсь, тебя потом кто-нибудь другой заберет. Кто бежит? Ребенок сбежал? Я не думаю, что он сбежал. Он умеет только плакать. Это единственное пока что у него польза. Вот подрастешь, посуду у меня мыть будешь, паскуда. Все, он замолчал. Все, ребенок ушел. Ужас ушел из нашего дома. Все нормально. Ребенок ушел? Ребенок ушел. Ой-ой. В любой страшной ситуации буду мыться. В другую сторону. От себя. От себя. Да от себя, я тебе говорю, открыто. Ну? Смотри. Вот так это делается. Бляха, ну конечно. Не, ну ладно, ребенок научился ходить, уже хорошо. Научился и сразу пошел. Пытаться открывать двери. Не умею пока.
Что это такое? Ненавижу марафонщиков и бегающих в моем доме херов. Тень похожа на кокулю. Пиздец, смешно. Ох, вы напугали меня, мэм. Вот это у тебя пузо. Напугали вы меня, мэм. Ее дыхание вырубает свет. Кайф. С таким дыханием вам бы к врачу. Или в электрике. Сейчас сзади меня будет ебак, я тебе говорю. Слушай, хорошо, я тебе говорю, мне нравится. 23:53. Блин, я быстрый, времени прошло даже. Сейчас появится, да? Ребенок есть? Фух, ребенка все еще нет, хорошо. Я тебе говорю, сейчас будет. Где-то сзади. Оглядывайся. Женщина всегда сзади. Не знаю почему, им это нравится. Научно доказано, между прочим. 23:53, все еще. Чел, найди себе нос. Так кто ж, бляха, тут так активно бегает? Пока что все, что я вижу, что кто-то где-то агрессивно стоит. Еба. Было мое любимое окно! Впрочем, ладно. Новое построю, когда выйду. Я же выйду. Когда-нибудь, куда-нибудь. Не, пока все в принципе в пределах нормы. Бездомные выбивают окна, пытаются зайти в дом, детей подкидывают. Возможно, мы в Аргентине. Там такая есть штука. О, починили окно, вот так вот надо. Вот сразу попросили бы. Окна починили, я бы вас взял. Ребенка бы, наверное, не взял. Ну, хотя, не знаю, как бы. Надо ж помогать, правильно, детям. Это, в Аргентине есть такая штука. По крайней мере, как я слышал. Детей закидывают туда, которые рождаются там. И ты, то есть, и с другой стороны, если приехал, ребенка подкидываешь кому-нибудь, и он уже гражданин этой страны, и, ну, не выкинешь же ты ребенка, поэтому ты захватываешь его квартиру, дверь закрыта. Сейчас на меня, походу, спецназ женский упадет. Слушай, я не понял, подожди, что за свет? Подруга, ты романтик решила сделать? Не, ну ладно, мне нравится, продолжай. Может, на ушко мне шепнуть что-нибудь приятное. Что-нибудь приятное шепни на ушко, пожалуйста. Ёб твою мать. Не надо. Она мне звонит. Что хочешь от меня? Жизнь. А-а-а. Понял. Да. Ага. Я не знаю, как я это делаю, но я руки. Я себе сейчас в нос засуну эти ключи. Что с ними делать? А-а-а. То есть теперь они работают. Не нравится мне. Что такое? Давай-ка я подожди. Нет, прикинь, все верно. Ребенок не оттуда как-то хихикал. Что такое? Что происходит? Почему мне страшно? Ебать! Большая женщина! Беги! Большая безголовая женщина, это шифтуй ты! Что это было? Мне нужно бежать. Но как? Действительно, я пытался нажать шифт, игра не дала. А, стой. А, нет, все нормально. Да, нет? Да, нет, да. Еще раз? 15-й просто уровень, был 14-й. Хороший хоррор, реально хороший. Общая, вырубится свет опять, да? Нет. Представь себе. Да найди ты себе нос, паскуда. Hello, ребенка нет. Ну, все нормально, по крайней мере, эта часть хоррора, она не пугает. Ща будет. Романтик уже создали. Она меня пимацала. Ручки подержались, романтика создана. Теперь нам нужно встретиться. Поужинать вместе. И, в принципе, здоровая, счастливая. Блять, семья.
Ладно, может быть, не такая здоровая, как я думал. Чел, там у нее нога еще не тронута. Ладно. Окей, это было интересное кино. Можно присоединюсь? О, можно. Ну, вообще, я не хотел, если честно. Я как бы, знаешь, иногда желания, когда исполняются, это печально. Ух ты, аж на дверь залез. Здорово, как ты? О. А, я думал, помыться здесь надо. Но я все равно попытался. Короче, он... это, видимо, ее муж. Решил ее раскукожить и насмерть. Агрессивные трубы. Не надо! Ни хрена ты мышцовый! Ладно, смотреть туда я не буду. Быстрее! А я ключ достать не могу. А, дверь закрыта. Чел! Ладно, я буду терпеть удары. Удары судьбы. Вы проиграли. Это плохая концовка. А как? Я мог пойти в другую сторону! Вы не смогли сбежать, и теперь никто не узнает правду. Конец 2. А хорошая концовка — это если бы я вышел и пошел бы, наверное, к двери. И тогда бы я ушел, и там было бы написано «Вы спаслись и людям помогли». Блин, хороший хоррор. Хороший. Я реально в шоке. Я реально прям вот приятно в шоке. Оно страшно, оно интересно, но благодаря тому, что это Roblox, оно приятно. Ладно, родной, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляйся комментарий. Увидимся с тобой в следующей серии «Два ребенка». А пока что на этом все. Пока. До скорого. Удачи.